Всем привет! Как жизнь? Вы хотите поехать в Россию? Давайте узнаем топ-100 полезных фраз для туриста. Часть первая. Способы приветствия. Здравствуйте. Привет. Доброе утро. Добрый день. Добрый вечер. Способы прощания. До свидания. Пока. Доброй ночи. Спокойной ночи. До встречи. Хорошего дня. Слова вежливости. Пожалуйста. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста, в ответ на спасибо. Не стоит благодарности. Не за что. Извините. Простите. Ничего страшного. Все в порядке. Не стоит беспокойства. Понять собеседника. Вы говорите по-английски. Я не говорю по-русски. Я немного говорю по-русски. Пожалуйста, говорите помедленнее.
Повторите, пожалуйста. Продиктуйте по буквам, пожалуйста. Как по-русски будет? Как это пишется? Как произносится это слово? Я понимаю. Я не понимаю. Спросить дорогу. Вы не подскажете, как добраться до? Вы не знаете, где находится? Аэропорт. Железнодорожный вокзал. Автобусная станция. Как далеко до? Вы можете показать мне на карте? Я ищу этот адрес. Это сюда. Это туда. Вы идете не в ту сторону. Следуйте по этой дороге. Поверните налево. Поверните направо. Идите прямо. Поверните на первом повороте налево. Поверните на втором повороте направо.
Продолжение следует.